Представьтесь хотя бы. Администрации, начальник территориального управления администрации города Хима. Как зовут? Можно вас? Ячков Сергей Викторович. Пожалуйста, удостоверение. Почему вы не можете открыть дверь, чтобы удостовериться, что там не бандиты? А может, там просился спланировать? У меня ключей от двери нет. Ну, есть полиция. Сейчас, секундочку, немножко не переводите. Ну, есть полиция, может, они бандиты. Почему они не пускают собственников? Вы конфликт не раздувайте. Мы не раздуваем, мы просто уже неделю не можем попасть в свою собственность. Это предложение было в среду, сегодня воскресенье. Ничего не сдвинулось с мертвой точки. Олег, подождите. Местные жители, собственники вот этого дома, они избрали другую управляющую компанию, была управляющая компания территории комфорта. В течение месяца проходило собрание, ну, в определенном законном форме, и в течение месяца была избрана другая территориальная компания. Вот это вот помещение, которое сейчас спорно, в отношении которого сейчас происходит этот конфликт, оно перешло под управление управляющей компании в Москве. Тем не менее, прежняя управляющая компания заключила договор обслуживания с компанией Parking Line. Значит, Parking Line сейчас не хочет подчиняться требованиям действующего законодательства, как я понимаю, не хочет учитывать мнение собственников этого помещения и не хочет уходить с обслуживания вот этого помещения, поскольку, ну, вы понимаете, это определенный жизненный интерес, это деньги.